Приветствую вас, друзья! С вами Александр. Давайте посмотрим, что у нас в Глобусе на данном этапе, да? Какая команда? Команда у нас вот такая вот. Давайте посмотрим. Вот столько у меня активных партнеров на данном этапе, да? Как видите, да? Давайте посмотрим, какая доходность. Доходность у нас примерно где-то 16-15 центов. Да, максимально было 18 центов в день, да, но это пока только начало, друзья. Эта доходность у меня получается после того, как я начал брать людей на аукционе, друзья. Аукцион все-таки отлично работает, я думаю. Интересно все это проходит. Вот, сейчас на аукционе у нас самый дорогой партнер, $20 он стоит. У него на балансе 20 центов. За 2 дня он набрал 20 центов, друзья. Это очень серьезный результат. Если брать примерно мою статистику, да, мой доход, давайте посмотрим, да, я показывал, что где-то в среднем у меня получается 16-15 центов, да, то этот партнер зарегистрировался 2 дня назад. Если брать мою статистику, у него 20 центов. Если брать мою статистику, то это получается... Сейчас мы посмотрим. Он зарегистрировался 2 дня назад. Это где-то примерно он получает 10 центов в день, друзья. Скорее всего, у меня активных где-то примерно 35-38 человек в день. То у него где-то примерно активных, наверное... человек, наверное, 15 команда. Примерно. Это я просто предполагаю, друзья. Потому что за 2 дня одному столько заработать в этом сервисе, ну, это, мне кажется, все-таки трудновато. Я думаю, скорее всего, он с командой. И с командой где-то примерно 15 человек. 15, где-то примерно, может быть, даже 20 человек. Вот. Поэтому, получается, вы покупаете себе партнера за 20 баксов уже с команды, друзья. И это очень интересно. И вот эти деньги, которые вы отдаете за этого партнера, да, друзья, они переходят ему на бонусный счет. Чтобы он получил вот эти 22 бакса, да, за которые вы его купили, ему надо самому, да, своей командой, ну, все вместе, да, с его командой, да, ему надо заработать 22 бакса, чтобы их вывести. Представляете? Сколько он будет активный, чтобы он его, ну, чтобы вывести. Ну, естественно, он будет набирать команду, будет пользоваться дальше сервисом, будет более активный, чем все остальные, да, чтобы забрать свои 22 бакса, за которые его купили, друзья. И это очень мотивирует людей, да, продвигать систему, пользоваться системой, да, ну, тем более она бесплатная, тем более она автоматическая, да, вам ничего не нужно делать, вам надо только установить это приложение на свой компьютер, либо на свой смартфон и получать рекламу, получать за это деньги, друзья, ну, копеечки, да, и строить команду, друзья. Просто, да, приглашать людей, рассказывать своим друзьям и знакомым, что есть такой сервис, который платит вам за рекламу, да, за аренду вашего дисплея, экрана, монитора, да, на ваших гаджетах, компьютерах и всего остального. Я думаю, все-таки аукцион работает достаточно хорошо, да, с учетом моей статистики, то что после того, как я начал брать людей на аукционе, я начал получать в 2 раза больше, да, доход в день, и это очень существенно, друзья. Тем более, там вы уже берете партнеров, те, которые уже понимают, как работает сервис, уже приходят с командой, друзья, уже они пользуются, да, они уже набирают команду. И еще то, что вот эти деньги, за которые вы их покупаете, да, они им перейдут на счет только после того, как они сами заработают эту сумму. Вот, со своей командой, да, будет у него 20 человек, да, он быстрее заработает эту сумму и быстрее получит плюс к тем деньгам вот эту сумму, за которую его покупает. Так что, друзья, рекомендую вам присмотреться к аукциону, очень интересный сервис они придумали, достаточно
он стимулирует людей, да, размещать рекламу, да, размещать, как сказать, рекламу про аукцион, то, что аукцион работает все-таки, друзья. В моем случае он даже нормально работает, судя по моей статистике. А там решение принимать, конечно, вам, стоит ли вам покупать партнеров на аукционе или нет. Но я считаю, все-таки это намного лучше, чем заказывать рекламу пустую, да, на каких-то сервисах, потом объяснять людям, как им пользоваться этим сервисом. Ну, достаточно немножечко сложновато, когда вы заходите на аукцион и покупаете уже тех людей, которые уже понимают, как работает программа, и понимают, как уже выводить отсюда деньги и как уже набирать команду. Ну, всем успехов и отличного настроения, друзья. Пока!